Хей-хей-хей, всем привет! Рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, и это Окупимарс The Game. Продолжаю оккупировать эту планету, ребята. И, собственно, сегодня по плану у меня путешествие. Зарядил, заправил полностью джип. Я планирую сегодня двигаться вот по вот этим вот... сейчас, где они, где вот задачи. Во, в частности, хочу вот по этим контейнерам продвигаться. Контейнеры, потом, может быть, метеориты, сигналы зонда. В принципе, все это можно уже пособирать. Ну, начнем, наверное, с контейнеров, а там дальше уже, как говорится, как карта ляжет. Плюс, естественно, у меня там какие-то технологии открываются. За кадром я пока двигался, у меня еще открылось несколько точек по развитию, поэтому можно будет сейчас с этого как минимум начать. Поэтому приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Если есть желание поддержать не только лайком, добро пожаловать по QR-коду. Есть что сказать, конечно же, пишите, а сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, значит, что, у меня тут есть пару флешек. Флешка материала, электричество. Кстати, по материалам, по-моему, у меня ничего нету. Или я построил, подождите. Так, ну электричество надо замутить. Электричество, да, вот, электричество, на. Эй, подожди, это не сюда, инвентарь открой. На, флешка электричества, начинай. Так, здесь кто у нас? А, вот, это механика, подожди, это механика, это не то. А это у нас ботаника. А материалы у меня еще, ребят, не открыто. Так это вообще легко. У меня одно очко имеется. Вот это все мне вот пока не надо. Вообще, знаете, вот с обустройством базы лишним, там, скажем, много комнат там. Ставить там теплицы. Не знаю, зачем. Учитывая, что я здесь один, там пару огородов поставил. По-моему, это за глаза хватает. И с огородами, в принципе, тоже сильно я не буду там заморачиваться. Вот этих вот хватает. Там можно будет поставить, знаете, там вот эта теплица с огородами. Одну. И за уши, за глаза хватит на то, чтобы здесь дальше выживать. А может быть и вообще вот этих вот гидропонных полок тоже, в принципе, хватит. То есть куда, зачем? Вот она у меня сейчас растет. Здесь картошка, там картошка. Ну, можно будет одну картошкой засеять, там чуть-чуть селекционированием позаниматься. Короче, не вижу смысла тут расстраивать кучу-кучу всяких разных зеленых насаждений. Лучше заняться путешествием и осмотром вокруг окружностей. В окружении. Как? Короче, как сказать-то? Окрестностей. Во! Короче, осмотр окрестностей. Вот, все. Смог я это слово сопоставить. Так, итак, давайте мы откроем материалы и, наверное, его построим. Вот этот лабораторный стол. Чпоньк. Да, к тому же защита от материалов как раз это вещь, которая мне надо. Че? Какое входящее сообщение? Че опять там тебе? Подготовка. Че? Че? Подожди. Что за подготовка? С текущими знаниями технологии возвращения на Землю теперь кажутся вполне осуществимыми. Первым шагом будет построить функциональную стартовую площадку, способную поддержать запуск ракеты. Прикольно! Я понял. А, да, и как раз я же видел где-то стартовую площадку. Подождите, где она у меня была? Вот она. Стартовая площадка. Да, короче, тут... Ну, это чисто путешествовать, ребят. В принципе, больше тут ничего особо-то и не надо. Да, все, мы теперь можем стартовую площадку делать. Все, хорошо, допустим, пусть будет так. Но для начала давай мы стол вот сюда поставим. Так, где-то у нас. Вот. Материалы, технологическая таблица. Нац. И варим. Все есть. Ой, кажется, потемнело в глазах у меня. Подожди, давай мы... Где? Включи свет для начала. Давай мы вот эту таблицу, которая вот она была последняя. Чпонь, все. Сразу все заработало. Так, подожди. Ну, там, по-моему, он должен показать, сколько требуется, сколько поставляется. Да? Нет, не покажет. Так, ну у нас за сотню ушло.
Короче, пошли включим, выйдем так просто, и, в принципе, будет все понятно. Пошли. 100 киловатт жрет, ребят. Вот это вот я понимаю тема. Так, подожди. Давай. Да, да включись ты. Не понял. Алло. Я словил зависон, ребят. Хе-хе. Вот это неожиданно было. Чё за... Ну, питание отключено, я знаю. Ха! Эй! Дай зайти. Прикиньте, не заходит. А тут? Сюда заходит. Туда не заходит. Прикольно. Ну-ка, а в тот... Подождите, рука у нее убирается теперь. Ты где? Вот она. Так, сюда заходит. А там что? Прикиньте. Я словил какой-то баг. И это, конечно, печально. Так, давайте мы тогда по-другому сделаем. Я хочу сейчас посмотреть. Не буду я сейчас грузиться, загружаться, перезагружаться. Лабораторный стол. Подожди, это не здесь. А, давай, чертеж. Вот он, стол. Сколько ты жрешь? 10. То есть мне надо, в принципе... Сколько там? 103 потребления, да, по-моему? Блин, а я его сейчас не включу, получается, так что ли? Так, давай так. 103 с половиной. Эх, это много. Вот так. И 5. Все. Пошли еще раз. Может, все-таки... Ох, у меня теперь 3 электричества уже, да? Можно как бы этим делом тоже воспользоваться. Но сейчас надо вот так сделать. Давай. Открой я. Ну, прикиньте, не открывает. Хе-хе. Нет, так делать не надо. Блин. И чё мне вот это? Разбирать, что ли, обратно строить? Ну, давай. Так. Капец. У меня тут все зависло. Как это вообще? Это нормально? Давайте я сейчас перезайду. Так, проверяю. О, все. Все работает. Включи. Все. Так, все работает. Давай будем опять строить. Так, подожди, куда ты пошел? Назад. Да куда ты? Давай тут. Ты что, куда попало? Так, главный жилой модуль. Вот это вот. Материалы, технологическая таблица. И варим. Отлично. Так. Шмяк. А, значит, инвентарь. Материалы сюда бросил. Начать декодирование. Так, что тут? Раздекодировал, пока я бегал? Да, раздекодировал. 10 опыта. Отлично, ребят. Так, ну что, давайте почитаем, что у нас там понаоткрывалось еще. Так, по ботанике. 2 очка у меня имеется. И что можно сделать по ботанике? Куда пойдем? Так, ладно. Двигаем куда? Двигаем вот, наверное, вот сюда. Пониженный расход кислорода, ускоренный рост. Соответственно, что мне для этого надо? Теплица по-любому надо. Чертеж теплицы открыт. А это делать надо через стол. Так, у нас вообще все через стол пошли. Ботаника, вот она у меня ботаника. И поехали. Теплицу открывай. Отлично. Так, и вот он, пониженный расход кислорода. Что, ну давай вот мы расход кислорода уменьшим.
Все отлично. Да, 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 давай. Давай теперь еще что у нас здесь. В материалах у меня, по-моему, отчетчи есть. А, тут у нас учится. Да, пока тут нету ничего. А вот в электричестве у меня там аж 3 отчетчи есть. Поэтому давай. Так, двигаемся. Тут я все уже открыл. Все, что можно было. Быстрая зарядка в ангаре. Ох, ребята, а мне и некуда дальше двигаться-то. Улучшение небольшого аккумулятора. Прикольно. Ускоренная зарядка аккумулятора. Давай ускоренную зарядку. Ну давайте вот это вот все тогда мы продвигаем. Там что можно открыть. Да, да, все, не ругайся, я понял. Так, а дальше, дальше надо открывать чертежи. О, паяльная станция. О, отлично. Теперь я могу делать монтажные платы. Вот это вот отлично. Вот это вообще хорошо. Так, отлично, ладно, давай, что у меня еще? У меня, по-моему, вот здесь тоже что-то имеется. В механике, да, одно отчечье. Что мы можем здесь открыть? Контроллер не особо пока что нужен. А нам вот сюда, в эту сторону. Горелка 2, горелка 3, тут кто у нас? Дистанционный управление. О, тяжелый марсоход. И в нем же как раз кислородный баллон дополнительный. Его можно и замутить. Так, ну, давайте, да, делаем. Отлично, все, 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 выходим. Короче, теперь у меня есть возможность замутить кислородный баллон дополнительный, ребята. Дополнительный кислородный баллон. Так, вот он, дополнительный кислородный баллон. Давайте один сделаем. Мне просто интересно, в машину он у меня встанет или это только для марсохода? Для джипа пойдет он или нет? Других я баллонов не вижу. Вот этот я совал, он туда не встает. Я, кстати, воду не совал туда. Вот, возможно, вода это... Давайте попробуем. Пока стоим, пока ждем. Я вот про эти ячейки, ребят. Вот про вот эти. Сим-сим, откройся. Вот тут вот есть ячейки, видите, стоят. Давай, так, инвентарь. Давай вот сюда воду, сюда кислый рот. И давай будем пробовать по очереди. Сперва давай кислый рот. Нет, кислый рот, видите, сюда не вставляется. Нет. Сюда, ребят, наверное, только вот тот баллон. Сейчас вот он распечатается, и мы его попробуем сюда втолкнуть. Так. Нет. Что закидалово? Это, короче, просто так, я так понял, бутафория. Обманули меня, обманули. Ладно, пущай лежит баллон. В общем, нет. Этот баллон только для марсохода, а вот в эту шляпу, значит, баллон не вставляется. Хорошо. Допустим, будет так. Давай тогда вот этот баллон, чтобы его с собой не таскать, покладем сюда в ящик. Так, и у меня имеется, ребята, 2 планшета с предыдущего моего путешествия. Давай, читаем. Спектральный детектор 3. Как оказывается, спектральный детектор можно использовать не только для поиска источников воды, но и для сканирования марсианских горных пород. Это помогает не только увеличить объем добычи, но и сократить потери на этапе извлечения готового к обработке сырья из добытой породы. Шикардос. Так, ладно, давай мы еще второй прочитаем. Промышленное хранилище энергии. Необычные погодные условия постепенно истощили запасы энергии. Когда умер источник питания, та же участь ждала и наши посевы. В оставшееся время мы обсудили, как улучшить хранилище энергии, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Действительно. Действительно. У меня уже все с энергией нормалек. А что это мы открыли с вами, ребят? Да что сегодня у меня такое с игруха-то? Ничего не пойму я. То ли интернет сегодня подтормаживает, то ли что. Смотрите, что. Эй, где у меня тут все? Ладно. Давай отсюда зайдем. И отсюда не зайдем. Очень шикарно. Очень интересно.
я бы сказал. Так, давайте тогда, ладно, я хотел посмотреть, что открыл, но мы посмотрим потом, в принципе, сейчас все равно, пока нет в этом особого смысла. Давайте так, начнем с контейнерами с ресурсами. Отслеживать контейнер с ресурсами раз, потом отслеживать контейнер с ресурсами 2, 3. Тут их нормально так, вот, отлично. Контейнер с ресурсами. Ага, прогрузилось. Да, это что-то походу у меня интернет, ребята, сегодня вообще никакой. А я не думал, что данная игра связана с доступом к интернету. Судя по всему, да. Ну и ладно, все, короче, игра успешно как раз сохранена. Поэтому давайте, время 2 часа. Я думаю, какое-то время мы успеем с вами попутешествовать. Значит, что у нас? Контейнер с ресурсами в 2 километрах, в 3 и 2 километрах. Поехали, вон стогу начнем. Так, закрой. Открой. Кислород. Кстати, кислорода у меня 2 баллона. Вода есть. Еда есть. Поехали по пути, если что, в какую-нибудь базу заедем. Я просто вот так напролом ехал. Вот на этой машине это можно сделать прям вот так, ребят. И нифига ей не происходит, и ты не переворачиваешься. Вот сейчас давайте прям вот я вот в лоб поехал. И мы с вами сейчас поедем вот прям на контейнер с ресурсами прям в лоб. Я ехал ночью. Ну, я ночью не перевернулся. Я сперва пугался, думал, что чем-то это для меня закончится. Но потом нет. Нормально все. Ну, смотрите, как она. Машина-то. Машина просто огонь. На марсоходе так не получится. Он нет-нет, но он все равно переворачивается. А здесь, смотрите, он прям просто прешь и все. Как танк. Ну, только это не танк. Ну, слушайте, мне эта машина начинает определенно нравиться. Оп. Вот это что-то новое. У нее режим полета появился. Так, а там рядом у нас база, ребят, находится. Вон еще база, да. Можно по этим базам прошмыгнуться. Прям было бы неплохо. Так, ну вот он контейнер. Я его нашел. Так, ну и предлагаю сразу здесь пошукать по базе по этой. Так, тук-тук. Опачки. Отлично. Давай, что там? Так. Детонатор, твердое ракетное топливо, ракета с двигателями. Так, собрать все это, конечно, спасибо. А давайте мы его не будем оставлять. И даже опыт с него заберем. Так, и вот эти пластины тоже. Че будем мусор на Марсе оставлять? Мы же, в конце концов, люди-человеки. Надо дать пример Вселенной. Как надо себя вести цивилизованному существу. Вот. Вдруг за мной кто-нибудь там наблюдает. Тот, кто яйца откладывает. Так, о. То весь Марс яйцами заложили, а кто это сделал, не по... Интересно. Ага, ну, я хотел разобрать, не получилось. Там, вон, смотрите, там две антенки. Их можно прочитать. Поехали. Опачки. Ребята, тут паутина. Прикольно. А, точно, тут же, по-моему, обнова к Хэллоуину. Паутину просто от... А, я просто через нее прошел, и все. Серьезно? Подожди, а я могу ее собрать? Видимо, нет. Я надеюсь, паучок, который сплел эту паутину, ко мне не придет. Еда. Это хорошо. Определенно. Че там? Там паутина. Я понял. Плата монтажная. Отдай. Отдай, она мне нужна. Вот, отлично.
Забрал монтажную плату. Планшет. Забрал планшет. Пластины солнечные. Давай спилим. Так, я хочу пойти поколдовать вон с теми вон двумя. У меня стоит защита от мороза. Мороза я не боюсь больше. От слова совсем. Так что можно спокойно лазить. Так, пошли налево сходим. Я налево не ходил, а там что-то у нас лежало. Пошли сюда, вот. Ох, тут еды, смотрите. Давай, давай. Собрал. Что тут за человек? Паук лазит. Вот смотрите, тут паутина сколько. Я надеюсь, паука я тут сейчас не увижу. Мне сейчас что-то страшно стало. Шуруп забрал. Это просто так. Бутафория. Декорация. Так, мощность костюма. Типа 50%, но у меня батарейки... А, батарейки с собой нету. Ну, хватит мне, я думаю, по-любому. Так. А вот в этом... Ничего нету в кузове, нет, пусто. Так, где мой железный конь? Вот он, мой железный конь. Блин, потемнело. Ну, это ожидаемо, учитывая, что мы в 3 часа только стартанули с вами, ребят. Так, вот где-то здесь у нас антенки были. И вон она, вторая, вижу. Так, давай. Короче, я тут вот что думаю. Да, давай мы тебя... А с этой стороны у нас там что-то открывается, да, там ничего нету, поэтому пошли. Разгадывать тебя будем. Так, так и вот так. Сколько? Один из этого барахла у нас совпало. Так, так, так. Два совпало. Какой у нас совпал? Давай мы исключим вот этот. Этот и этот. Один. О, я думаю, у нас, скорее всего, или вот... А, ну вот так вот должно быть, мне кажется, ребят. Нет, подожди. Так, вот здесь вот два было, здесь один был. Вот так вот поставил, значит, два это вот этих, по-любому. Этот у нас точно нет. Вот так. Вот так и вот так. Нет, ёк-макарёк. Так, подожди, давай. Ага. Так, давайте методом исключения. Однозначно это не флешка. Она выпадает у нас из уравнения. Потому что здесь два, здесь один... Здесь один, подожди, а может и не упадает. Может как раз у нас флешка. Отпечаток и замочек. Ну-ка давайте, флешка. Отпечаток и замочек. Блин. Эх. Да, я знаю, сейчас напишите мне в комментариях, что я не туда смотрел. Ладно, пошлите там вон ту верхнюю, попробуем разобрать. Так, давай, тут тебя теперь потыкаем. Давайте не буду спешить. Будем по мере вот так вот. Здесь сколько? Один. Так. Здесь сколько? Один. Тоже. Так, у меня остался вот этот неопознанный. Давай вот так. Тоже один. Очень интересно. То есть здесь один и здесь один. Который из них один. Давай вот так тогда. Исключим сейчас два крайних. О, вот эти три однозначно нет. У нас остался вот этот и вот этот. Это точно два. И вот из этого тоже какой-то... А, подожди, ну да. Из этого какой-то один. То есть у меня в принципе две комбинации. Вот так. Все, и мы ее открыли. Ну вот, так можно работать. Так, давай. Что мы там забрали? Механическая флешка. Отлично. Ну, я думаю, ребят, пока темнота, туда-сюда. Что у меня, кстати, с едой? Как у меня обстоят дела? Пока нормально все. Поэтому, я думаю, правильным поехали-ти на какой-нибудь вот этот 549, который контейнер. Туда, что ли? Ну, а что еще делать? Поехали-ти. Я думаю, я пока до тут доеду, уже посветлеет.
О! А давайте вот сюда зайдем по пути. Как раз светать начинает. Ребят, ну худо-бедно. 5 километров ехал всю ночь. Обалдеть. Печально, конечно. Производительность поездки такая себе. Но давайте посмотрим, что есть здесь. В сей базе. Да остановись ты уже, все. Так, давай. Ага. Че, низкий уровень углеводов. Да это вообще не вопрос. Кушать, говорит, хочу. На. Вот что у нас там, вот это. Скушай, скушай, скушай три раза. Давайте, кстати, планшет читанем. А, печать аккумуляторов. О, полученный с земли файл, необходимый для печати многих компонентов, искажен. Ожидает инструкции от Aero слишком долго, поэтому я разработал нужные 3D-модели. И еще, управляющий берет на себя любые упреки из-за этого сэра своенравия. Я чист, и работа идет согласно срокам. Вот как-то так. Короче, послал он всех куда подальше и сделал сам аккумуляторы. Так, а давайте тут посмотрим, как вот эти растения тут не замерзли. Ну это же несерьезно. Вот, я надеюсь, я здесь какие-нибудь сейчас найду семена. И что-нибудь посадим помимо картошки. Ёк-макарёк. Так, а я тут что, был что ли? Не знаю, ребят. Такое ощущение, что я тут был, потому что тут чисто. А чисто может быть только... после меня, да, судя по всему, я в этой базе лазил уже. Ну-ка, давай посмотрим. Да, ну видите, желтенькая вместо красненькой. Ну, как-то так. Так, а что это у нас тут есть? Ладно, давайте мы доедем тогда до этого. До контейнера с ресурсами. Вот, а вот тут-то я, по-моему, точно не был. Давай мы... Ой. Ух ты, это было единственно опасное место, ребята. О. Так. Опа. Хе-хе. Я еще и перевернулся без всяких нажатий клавиш и так далее. Вот, ладно. Так, идем сюда. Там он на ангар что-то похожее. Выходим, пошли. Раз уж я тут, я должен это все проверить. Но тут по-любому много чего интересного. Да, вот, допустим, включи нормальный вид. Контейнер семян. Что там? О, кукуруза. Это хорошо. Не то, чтобы я собрался там земледелием активно заниматься. Но я думаю, кукурузу мы можем вполне себе посадить. В одну из. Да. Почему нет, ребят? Ну а почему нет? Так, вот план монтажной платы. Это полезная вещь. Хотя я уже изучил и сам их могу изготавливать. О, планшетик. Отлично. Давай читанем сразу, чтобы место не занимал. Ух ты, а место-то уже нормально. Так, большой купол. Готовая концепция дендрологического сада на Марсе отправлена руководству. Как только проект будет одобрен, техническая группа приступит к постройке. Это было мое последнее задание на текущую вахту. Скоро я отправлюсь обратно на Землю. А-а-а. Как-то так. Так, ладно. Что у нас тут? Еще одна малая монтажная плата. Забрал. Счастливый побежал. Давай, какая база-то, ребята, интересная. Так, я что могу вам сказать-то? У меня скоро закончится место в карманах. Посему нам надо бы переложить чуток в этот, в джип. Да, потому что тут вот еще какие-то, вон, видите, что-то там он еще лежит. Прям на улице почему-то. Ага. Это у нас твердое ракетное топливо. Отлично. Собрано твердое ракетное топливо, взрывчатое вещество. Так, ну в целом все. Давай мы чуть-чуть разгрузимся. Открой багажник. И давай мы тебе... Ох, у меня тут еще железо-то сколько. Так, с кислородом. Баллон пустой. Так, детонатор. Что еще? Вот это вот туда. Алюминиевые пластины, ракеты, вот это все.
Это все шурупы, цемент, электроника. Да, это все туда. Вот как-то так. Это давай вот сюда положим, пусть тут лежит. Нет, даже вот так вот сделаем тебя тоже сюда. А это мы вот сюда положим. Во! Смотрите сразу, как пусто стало в кармане. Так, и поехали туда, на ту базу. Как раз нам в ту сторону. Да тут, смотрите, прям тут базы, базы. Как их мимо-то проехать? Да никак. Я их и не буду мимо проезжать. Так как тут еще проезжать мимо-то? Такие вещи-то, елки-палки, ребята. Так. Опа, давай. О, что это у нас тут? Стеклянная панель. Забытый планшет. Малая платка. Шурупы. Еще семечки. Что ты там взял? Помидорки, однако. Однако это были помидоры. Конечно, ребят. Ну, так у нас тут разнообразие намечается. Слушайте. Так, пошли. Там он еда валяется. Вот это вот вообще полезная штука. По-любому. Так, пакет с едой. Что у нас еще тут имеется? Давай вот это вот все просканируем. Посмотрим. Направо-нале. Давай налево сходим. Налево может что-нибудь оказаться интересное, полезное. Нет, не оказалось. Как говорится, не в этот раз. Так. Так, что-то у нас. Твердое ракетное топливо. Отлично. Что еще? Большая плата. Хорошо. Еще один пакет. Ой, как, какая база хорошая, ребят. Прям нормальная такая база. Так, давайте маленько попилим. Потому что, как бы, материалы тоже надо развивать. А у меня по ним, как бы, немного там очков, да? Правильно же я? Ну-ка, материалы. Что там у нас для материалов? И, да, у нас вот сюда надо двигаться. Урановая центрифуга, ее изучать надо. Короче, да, тут... По материалам, ребята, есть куда двигаться. Большая дробилка. Стартовая площадка. Это прям вот по материалам. Так что да, надо попилить. О, звук появился. Так, хорошо. Так, еще один. Но давайте пока не потемнело. Надо сгонять контейнер разобрать. А где мой этот шип-то, блин? Куда я его дел-то? Увлекся тут. Воу, ребята, смотрите, какая там у нас база. Вон, на горизонте. Смотрите, база какая. Оригинально. Ну, вот это прям... Да, 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 вот смотрите, на радость, как скачет даже джип наш. Так, все, давай, вот. Контейнер, вот он. А, времени... А, ну время, в принципе-то, 12 часов. Мне главное, чтобы аккумулятора хватило на костюме. Вот аккумулятора на костюме маловато. А в целом-то, да, я могу, у меня кислород есть, вода есть, то есть можно погулять еще. Давайте вот этот контейнер опустошим. Тормози. Так, Сим-Сим, откройся. Бабах, отлично. Так, давай все это распилим. Че говорит? Новое сообщение. А, ну это типа, что я это... Ну да, что типа я выполнил задание. Давай, разбирай. Контейнер с ресурсами. Хорошо. Открываем. Флешка, материалы, механика, ракетный двигатель для квадрокоптера. Ух, оно как интересно. Так, ладно, ракетный двигатель для квадрокоптера. А у меня его, в принципе-то, пока и нету. Так, ладно, пошлите. Вот тут по-любому у нас есть еще планшеты. Это однозначно. И на этой базе, и на той базе имеются планшеты. Это 100 за 200. Так, вот я приехал сюда. И хочу выйти... И посмотреть. Вот он, вопросик, ребята.
Я прям внутри вопросика, что... такого здорового вопросика. Прикол. Давай прям к нему и подойдем. Вот он. 46 метров. Так, давай на машине прям подъедем. Вдруг там что-то тяжелое. Вышел. Смотрим. Писали вы мне там что-то, марсоход в вопросиках, там или еще что-то. Найди его, попробуй тут, этот марсоход. Я сколько лазил, ни один мне не попался. Давай, что тут у нас есть? Семена еще у нас тут. Давай, кто тут? Ух ты, это что такое? Не то открыл. Ты что я там взял? А что это? Это томата, это... А ель? Серьезно? Прикол. Так, планшет взял. Да ладно, устал, говорит. Спать типа хочу. Ага. Так, давай. Ракетное топливо взял. Ну тут ничего нету, ребят. Нету. От слова совсем. Радар. А, и вопросик исчез, кстати, о птичках. А что я такого нашел, чтобы вопросик исчез? Я нашел там планшет. Два штуки у меня планшета. А может быть это семена ели? А, возможно. Возможно. Так, ладно, давай, ботаника. Замедленное засыхание. Со второй базой нет связи уже несколько недель. Мы полагаем, что это связано с недавним метеоритным дождем. Мне удалось догнать группу техников, которых отправили восстанавливать связь. Последний этап исследования почти завершен. Так, и второй. Паяльная горелка 3. Вот это, ребята, замечательно. Паяльная горелка 3. Прям даже читать не буду, это прям хорошо. Так, ехали вот на ту базу. Прям вот где-то, а может быть вот здесь где-то что-то есть. Где-то же здесь у нас. И едем на нашу базу, ребят. На базу надо будет ехать. Давайте вот, наверное, прям вот целенаправленно вот на этот вопросик наеду. Вот, вот сюда пошли. Там, кстати, антенка, можно почитать. Ой, ой, поразгадывать. Новый технологический... Это какой? А, электричество опять. Ну, с электричеством, ребята, у меня, конечно, будет сейчас полный трешак. Ну, и в целом, да, надо уже собираться потихо в обратном направлении двигаться. Потому что... Опа, опа, что это? Обнаружено новое место. Джизера. И это у нас означает, что вопросик исчез. Нет, не исчез. Нет, не исчез. Пошли, поехали. И вот, я здесь. В том самом месте, где показано у меня... Вот эта штука, шляпа. И что она мне дает, пока что мне непонятно, ребят. Возможно, что-то там есть. Вот какой-то камень. Неестественно гладкий. Ну, мне, если честно, непонятно. Я вот по этим вопросикам уже сколько лажу. Нет. Ну, пойдемте вон к тому гладкому камню еще сгоняю.
Если нет, то все, поехали назад. Единственное, что тут можно все это дело пометить. Знаете, вот я сделаю вот так вот. Вот эту метку удалим. А вот так вот мы сделаем. Вот так вот, сюда, мне кажется. Наименование сделаем. Давай. Так вот. Много. Ты печатаешь что-нибудь? Вот так вот, печатаем. Ох ты, это не то. Еще раз. Много вопросов. Вот. Много вопросов. Отлично. Теперь садимся и поехали. По идее, надо спать. Уже. Уже пора. Так, что у нас время? 15.24. У меня еще аккумулятор костюма есть. Ну, давайте вот последний контейнер с ресурсами. Допинаю. Если прям по пути будет какая-нибудь база, мы туда заедем. Я думаю, в принципе, мне должно хватить. То 1800 и потом прям... обратно на базу поедем. Да, он, короче, на этом спускается, ребят. На парашюте, но походу он завис прям на парашюте. Вот сейчас спускается. Да. Он завис. Он висит в воздухе, ребят. Он словил дзен, короче, на полпути к поверхности. И добыть мы его уже, наверное, не смогем. Ты падать будешь? Это было досадно? Ну да ладно. Так, тут много баз всяких разных. Контейнер с ресурсами. Перестать отслеживать. Ну да, он однозначно завис, ребят. Да, вот отклони. Да. Мы его отклонили. Все, больше я на него не смотрю. И отлично, он у нас больше мешаться не будет. А мы ехали с вами обратно домой. На базу. Сколько времени? Время 6, да, я думаю, в принципе, надо бы отдохнуть, покемарить, потому что марсонавт неплохо-таки устал. Ну, по пути вот можно планшеты собрать, ребят. По ресурсам уже смысла нету собирать, потому что я уже, в принципе, все ресурсы могу делать сам, даже монтажной платой. А вот планшеты собирать, это тема. Я пришел тут барахло собирать. Планшет собрал, отлично. Так, ну вот это, конечно, все надобно. Как говорится, в хозяйстве все сгниет. Так, у меня марсонавт дико устал уже, поэтому, да. Двигаемся домой, братан, все. Не переживай. Все хорошо. Все будет замечательно. Давайте сразу читанем планшет. Где он у нас? Вот он. Средний купол. Это у нас все идет в направлении озеленения Марса. Открывай дверь. Так, а вот тут еще база, да? Чисто планшет заберу, ребят. Только планшет. Не оставлять же его здесь. Вот он, кстати, валяется. А тут еще... Это что я подобрал? Яблочки. Хорошо. Разнообразие, это хорошо. Ну чё ты застрял-то? Так, планшет, планшет. Где-то внизу планшет. Так, это что у нас? Свекла. Хорошо. Так, ну, в принципе, я насобирал очень много
чего можно, собственно, чем можно позаниматься на базе, я думаю, это надо этим и заняться. Так. Все, ехали. У меня аккумулятор прям совсем вот-вот на грани. Поэтому надо просто ехать. Так, обогрев скафандра отключен, поэтому ехали, ребята. Все, больше я не выхожу. Так, можно сказать, ребята, припрыгал я вот так вот к своей базе. Ну, собственно, теперь мне надо довольно быстро, учитывая, что у меня скафандр отключился, перепрыгнуть отсюда и туда. Надеюсь, я кони не двину. Бегом. О, отлично. Отлично, все, идем. Берем аккумулятор. Открываем инвентарь. И меняем аккумулятор. Ух, отлично, все. Ну вот как-то так, это на зарядку. Вот и я дома, ребята. Так, теперь мне что? Кислород у меня сейчас наберется отсюда. Воды можно отсюда набрать. У меня, наверное, уже созрел картофан. Конечно, весь картофан созрел вообще полностью. Так, давай воды наберем. Есть. Так, все. Осталось похавать. Давай вот последний за этот заточим. Вот этот заточим. Картошка, картошечка, картошечка. Всю ее собираем. Давай, давай, собирай картофан. Вот, отлично. Так, картофеля собрал. А потом, значит, давай. У меня сеятеля семян в руках не имеется. Но он у меня там имеется. А тут, кстати, тоже, по-моему, картошка есть у нас, да? Готовая. Совершенно верно. Да, и у меня что-то тут полполя не засажено почему-то. Отлично. Так. Сеятель семян. Давай. И пойдем спать. Вот он прям очень просит спать уже. Будем это дело сейчас. А, кстати, у меня планшет. Давайте его сразу прочитаем. Так, тихо ты, инвентарь. Читаем. Аккумулятор костюма повышенной энергии. Ага. Ну все, у нас аккумулятор костюма теперь более эффективный будет. Так, теперь давай берем инвентарь. Вот эту шляпу берем в руку. Это у нас под цифрой 5. Так, помидор. Подожди. Вопрос в другом. Вот помидор может здесь у нас не вырасти. Свекла-то здесь вырастет, а вот помидор... Я не помню. Помидор, по-моему, надо сажать на грядку. Там третий уровень у нас должен быть. Ладно, не будем рисковать, а давайте мы сюда свеклу посадим. Так, пятерка. Да, давай, где она? Вот она, свекла. Так. Помидор нет. Картошка у меня еще вот здесь есть. Картошка еще здесь есть. Да, вот такая козырная картошка. Давай ее сюда посадим. Пятерка. Давай, картошка, картошка, вот он. Поехали. Отлично. Картошку посадил. Опа. Свет выключился, прикиньте. Ну ладно, свет выключился, это не страшно, потому что он сейчас включится. Это произошло буквально вот только что. Так, и где-то еще у меня картошка, а я ее уже не возьму, потому что надо... Давай, давай 30 минут поспим. Ну вот, до 7.30 давай. Давай, ложись уже, и стонался на нет.
Да все уже, что ты? Ой, упал метеорит. Подожди, не до него сейчас. Так, картошка. И надо вот еще вот эту картошку посадить. Это у нас едовая, так сказать, картошка. Ее надо посадить. Давай. Чтобы у меня пустое поле-то не стояло. Так, пятерка. И поехали. Ой, помидор посадил. Ну, уже ладно. Пусть это как раз будет у нас как контрольный помидор. Подожди, пятерка. Еще раз. Картофель, вот он. Сажаем. Хорошо. Как у нас тут обстоят дела? Опачки. У меня тут электроэнергия. Так. Очень даже интересно, ребята. Ни много, ни мало, а электроэнергии не хватамба. Так, давай. Давай здесь сделаем вот так вот. 150. И надо с электричеством потихо налаживать отношения. Надо середнячки ставить. Давай. Так, давай сюда. Так, так. Опа, опа. Так, здесь все, пошло дело. И там у меня тоже надо то же самое замутить. Вот здесь. Скорее всего. Совершенно верно. Тут еще воды надо. Свекла таки все-таки там тоже растет. Так, давайте мы здесь сейчас электроэнергии поставим. Вот этот снесем. Так, парочку еще надо нам вот так вот разобрать. Иди сюда. Тяжело нашему астронавту. Теперь давай берем чертеж электричества. Че, куда поставим? Здесь не ставит. Тут поставим. Поставим. Давай вот тут еще один поставим. Так, мне кажется, этого должно маленечко хватить на какое-то время. Потом, после отдыха, надо будет заняться и переварить все их на средние. Чтобы с электроэнергией вообще не было никаких проблем до появления килопауэра. Как появится урановая энергия, так вообще проблем не будет. Так, отлично. Теперь сердце стучит ужасно. Устал наш марсонавт. Так. Кабель, кабель, подожди, мало кабеля. Надо забрать кабель с машины. Забрал кабель с машины, пошли. Нет, вот, шестерка, что ты собрался сажать-то? Воткнул. Где место у нас? Вот оно. Воткнул. 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 Так, сколько приходит? Опа! Во! 300! Пошло, ребята! Все пошло! 300 киловатт у меня пошло сюда. Да, сейчас и пошла и зарядка в норм. И в целом у нас сейчас здесь тоже все будет работать. И можно, можно чуть-чуть теперь, я думаю, отдохнуть. Поэтому давайте немного отдохнет наш астронавт. Вот, скажем, прям вот, вот прям с... сутки до утра, вот так вот. Вот прям вот так. До следующего утра. Спим! Напрочь.
Вот такая у нас сегодня поездка была. А, получил я сегодня еще семена помидора, ели. А, потом у нас контейнер. Это у нас еще яблоки. Кукуруза где-то была. Кукуруза, по-моему, у меня в машине лежит. Ну-ка, давайте гляну одним глазоком. Так, вот это закрой. Давай посмотрим. Да, вот кукуруза у меня еще здесь. То есть, в целом, в принципе, неплохо. Я считаю, съездили очень даже неплохо. И, кстати, что у нас как по электроэнергии? Учитывая, что это утро. Да, тоже пойдет. И я думаю, в принципе, сейчас у нас должно подзарядиться. До начала бури, в принципе, хоть какой-то запас будет. Не знаю, что там будет у нас, какая погода. А на этом на сегодня мы будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть желание поддержать не только лайком. Добро пожаловать по QR-коду. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч.